Вот так выглядит обложка моей книги на Smart TV. На экране современного жидкокристаллического телевизора. Диагональ 43 дюйма, 1,9 м. Нажимая стрелочку вправо, стрелочку влево, вы будете переходить на следующую страницу. Вот вторая страница, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. То есть, прочитав страницу, вы можете потом вернуться назад, посмотреть вперед, пролистать всю книгу, посмотреть картинку, которая вас интересует. Здесь у меня есть точки из китайской медицины, на которые нужно оказывать давление, чтобы восстановить зрение. Здесь есть ссылки на книгу Уильяма Горацио Бейтса «Как восстановить самостоятельно зрение», на материалы из лекции Владимира Георгиевича Жданова. А также есть обзор всех молитв и мантр современности. Оказалось, что все молитвы и мантры идут в ритме 8 ударов сердца на одну строчку. Перед вами сейчас изображена схема для понимания, как работает диафрагма. Диафрагма, вот она тут изображена таким блином. Через нее проходит пищевод, значит, полый сосуд низкого давления, аорта от левого желудочка и лимфатический проток. При вдохе диафрагма занимает вот такое горизонтальное положение, вот как здесь изображено. При выдохе органы живота давят на диафрагму, да, и она поднимается, занимает вот такое положение. При этом она давит на легкие, и из легких уходит красная кровь. При вдохе диафрагма снова опускается, вот промежуточное состояние, вот конечное в конце вдоха. И в легких за счет разрежения в легкие попадает и воздух, и синяя кровь. На этом я видео заканчиваю. И скачивайте мою книгу бесплатно, читайте, занимайтесь самостоятельно. Со мной можно связаться по WhatsApp, можно через комментарии в YouTube. С вами был Николай Полыга.